Здравствуйте. Сегодня такой замечательный день. Встала утром, настроение прекрасное. Вспомнила, вчера вышла передача новая с Игорем Михайловичем Даниловым. А завтра у нас очень важное мероприятие для всей цивилизации. Всемирная конференция, о чем мечтали пророки. И вот встала сегодня утром, а во мне звучит песенка. Вот я ее записала, и, в общем-то, хочется поделиться. Она очень простая, но мне с ней хорошо. 6000 лет мы жили в обществе, потребительском во всем, а теперь и сейчас единственный, жить в счастье созидатель нам. Созидательное общество, как мы верили в тебя, созидательное общество. Строим вместе ты и я, созидательное общество, в нем всем будет хорошо, созидательное общество, в нем уютно и тепло. Дружно идем на конференцию, где решается судьба нашей всей цивилизации. Все важны мы, ты и я, созидательное общество, как мы верили в тебя. Созидательное общество, строим вместе ты и я, созидательное общество, в нем всем будет хорошо, созидательное общество, в нем уютно и светло. Вот такая получилась песенка. Спасибо за внимание. Приглашаю всех на конференцию завтра, 20 марта, 15 по Гринвичу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова